Капитальный ремонт Колмовского моста может начаться уже в июле. Об этом сегодня шла речь в ходе встречи губернатора Андрея Никитина и мэра Сергея Бусурина. Но для этого придется принять определенное управленческое решение. Речь пойдет о перераспределении средств бюджета. Дорожное полотно 500 метров. Вот, отсти ходный как раз вот это вот. Компенсационная как бы история. 500 метров. Значит, 14 колодцев. Вот тоже меняться. Ограждение 900 метров. Это пешеходная зона. А еще опоры, несущие конструкции и многострадальное дорожное полотно. На Колмовском мосту уже этим летом грозит начаться долгожданный большой ремонт. Начался бы и раньше, переправе уже 41 год. Еще в 2016-м ее износ составлял 60%. Мешал банальный финансовый вопрос. Чинить мост в ущерб городским улицам? Ведь пришлось бы попросту свернуть все проекты. Неправильно считают власти. Решение губернатор Андрей Никитин озвучил сегодня, прямо на месте. По Колмовскому мосту до конца года поддержка вам будет обеспечена, как бы, да, соответственно, сейчас начинаете, как бы, за счет своего бюджета эти работы, но мы вам все это компенсируем до конца года, как бы, из областных дополнительных средств. Компенсировать придется немало. Только в этом году на проведение работ потребуется 130 миллионов рублей. Общая же стоимость проекта, разработанного еще в 2017-м, 305 миллионов в текущих ценах. По плану ремонт займет 2 года, но новгородцы могут не волноваться. Без привычной транспортной магистрали город на это время не останется. Технология ремонта подразумевает закрытие 2 полос, и 2 полосы будут открыты. Поэтому мы не пошли на то, чтобы полностью закрывать, чтобы не создавать транспортный коллапс. Отсюда, конечно же, немножко растянутость во времени. Заключить договор с подрядчиком власти планируют до 1 июля. Начнутся укрепления опор и несущих конструкций. А вот новое дорожное покрытие новгородские водители ощутят под колесами не раньше 2021 года. До тех пор только в очередной раз подлатают ямы. Но это терпимо. Лишь бы мост, наконец, перестал быть главным новгородским кошмаром. Состояние Колмовского моста новгородцы ощущают на себе каждый день. В стыках между плитами виден Волхов, а плановый ямочный ремонт все равно, что пластырь на сломанной лодыжке. Возможно, именно сегодня ситуация наконец сдвинулась с мертвой точки. И уже в этом году долгожданный ремонт наконец-то начнется. Впрочем, не будем радоваться заранее, чтобы не спугнуть. Наталья Хмелева, Андрей Константинов, Михаил Серов, Сава Ушаков. Новости. Новгородское областное телевидение.